у нас на очереди город Казань. Пока я зачитываю небольшой текст о Казани, и мы читаем уже вот этот плакат «Писишки Алга». А вы знаете, что это значит хотя бы? А писишки? Да. Что? Девчоночки? Нет. Писишки в татарском означают кошечки. Кошечки вперед! Итак, тут нужно много чего объяснять, потому что они все на татарском почти пишут. Итак, казанская команда писишек из города Йорд оф Йогурт. Йорд с татарского означает дом. Дом йогурта. Жгучая смесь харизмы, эстетики и любви кош-пошмага! Кош-пошмаги – это татарские пирожки. Встречаем город Казань! Это просто что-то невероятное.